Приветствую, мои друзья и гости канала, всем огромный привет. И знаете, тот случай, когда каждый из вас хочет квартиру видеть с ремонтом, но при этом каждый хочет какой-то свой ремонт, какой-то неподражаемый. И каждый из вас надеется на чудо, что найдет ту самую квартиру, квартиру мечты с тем самым ремонтом, который вы сами себе сделали. Давайте попробуем показать такую квартиру. Продает мой друг хороший. Эта квартира у нас 39 квадратных метров, находится в жилом комплексе «Немецкий квартал». Ну и, в принципе, как вы видите, все здесь сделано очень даже хорошо. Снимаем на камеру GoPro Hero 8. Попросили, чтобы я озвучил, на что идет съемка. В принципе, посмотрите, да, санузел сделан очень даже хорошо. И вот здесь у нас такая кухня-гостиная. Кухня, я бы не сказал, что маленькая, нормально, полноценная. Посмотрите, все уже сделано, и ламинат интересный. Единственное, что пока в этом доме газ не подключен. Ну и, конечно же, есть возможность выйти на балкон. Балкончик небольшой. Ну, с балкона открывается просто потрясающий вид, соответственно, на дома, который называется «Лесное». Там чудовище добавляют. Ну и вот, соответственно, вот за этой горой находится у нас уже... Что? Правильно, Злая Соболевка. А сама улица транспорта проходит здесь. Самое интересное, что эта квартира такая тихая, спокойная, и мы здесь слышим только птичек. Так вот, здесь еще у нас имеется спальня. Притом спальня хорошая. Даже я бы сказал, это даже не спальня, а типа зала. Красивое эркерное остекление. В общем, претензий, в принципе, нет. Ремонт вполне себе такой хороший, добротный. Ну и, конечно же, многие спросят, почем. Ребят, вот квартира 39 квадратных метров продается за 5 900 000 рублей. 5 900 000 рублей. Эта квартира у нас с ремонтом. Дом, кстати, уже у нас жилой. Здесь же, в этом доме, я продавал, если не ошибаюсь, 2 или 3 квартиры. И, в принципе, все мои клиенты остались довольны. Только они покупали квартиру в черновом варианте, сделали ремонты и спокойно живут, скажем, счастливо. Из плюсов данного дома – это хороший выезд на пути. Из плюсов данной квартиры – это хорошая светлая квартирка. Это хорошая, нормальная, полноценная однокомнатная квартира, прежде всего. Ну и, конечно же, не нужно вам заморачиваться с ремонтом. Просто приехали, купили недорогую мебель в Хове и все. И спокойно уже живете. Вот такая цена. Я понимаю, конечно, что вы насмотрелись видеоролики, то есть не видеоролики, а объявления о цене. И думаете, что если у вас есть 5 900, вы сможете купить трехкомнатную квартиру в квадратах 75 возле парка Ривьера. Ребят, ну вы ошибаетесь. Вот реальности Сочи. Вот как бы эта квартира, я не скажу, что там ниже рынка. Нет, обычная квартира по рынку. И учитывая, что ремонт выше среднего, поэтому я думаю, что большинство из вас, в принципе, такая квартира бы подошла. Здесь подъездные пути отличные, но вот здесь единственное, что вот здесь небольшой участок, да, вот видите, где у нас автобус идет. Там небольшие есть горки, косогорки. А в целом здесь все очень даже хорошо. Поэтому, ребят, если вдруг квартира понравилась, если вдруг желаете приобрести квартиру себе, то обращаемся. С большим удовольствием помогу провести всю сделочку. Сейчас, повторюсь, продает эту квартиру мой хороший друг. Просто все занимаются инвестициями по-разному. Кто-то просто берет квартиру в черновом варианте и продает ее. Кто-то берет квартиру на стадии стройки, делает ремонт и продает. По-разному. Вот это история в категории, когда брали на стройке, сделали хороший, я считаю, такой недорогой ремонт и продают уже, в принципе, готовую квартиру. Мебель, технику не стали покупать, потому что это все должно сходить. Ну, в общем, как бы так. В любом случае, ребят, если вдруг есть вопросы по квартире, обращаемся, с большим удовольствием помогу вам выбрать то самое лучшее, что вам хочется. Ну, а это был у нас жилой комплекс «Немецкий квартал». Поэтому добро пожаловать в город Сочи. Пока. Ну и, конечно, давайте продолжим. Еще одна квартирка в данном жилом комплексе.
этажом выше, получается, мы второй этаж занимаемся, а это у нас третий этаж. Соответственно, квартира 39 квадратных метров, здесь немножко другой ремонт, мне он нравится больше, я вам сразу скажу. Ну и, конечно же, есть балкон. Ну, тот случай, когда разница в этаже особо погоду не делает, ребят, посмотрите. Ну, вид, в принципе, остался такой же, по большому счету. Ну и, конечно же, есть еще у нас изолированная комната. Тоже эркерное окно. Давайте я вам с угла покажу, чтобы вы оценили масштаб трагедии. Ну и, конечно, в принципе, мне вот этот ламинат, эти двери нравятся гораздо больше в предыдущей квартире. Ценник одинаковый, 5 миллионов 900 тысяч. Нравится, что мы открываем окно, при этом тишина и спокойствие. Подъездные пути, я уже сказал, здесь шикарные. Хватает бесплатных парковочных мест. В целом, я считаю, квартирка очень даже интересная. Для тех людей, которые не хотят заморачиваться с ремонтом, для тех людей, которые хотят купить квартиру и, в принципе, что уже просто установить унитаз, заехать и жить, я считаю, что для вас это хороший вариант. Например, я даже представить не могу, если бы я квартиру в квадрате продам, сколько же мне потребуется силы и энергии довести хотя бы до такого состояния. Это у нас открытие, сделано все под покраску. В целом хорошо сделано, лично мне нравится. Ничего лишнего, я уже пришел к тому, что если, например, ремонт делать без каких-то там цветастых обоев, без ничего, просто, знаете, там абсолютный минимализм. И тогда действительно все хорошо, все гармонирует. Ну, реально хорошо получается. Поэтому, ребят, если вдруг кто-то хочет жить в непосредственной близости от центра, если кто-то ценит подъездные пути хорошие, если кто-то хочет, чтобы его ребенок учился в 9-й гимназии, если кто-то хочет, чтобы его ребенок был спортсменом, а не конченным наркоманом, то добро пожаловать на улицу Транспортная. Почему здесь нет наркоманов? Да, ответ очень прост. Потому что здесь в основном все приезжие, нормальные. Наркоманы не могут себе позволить купить квартиру в городе Сочи 100%. Поэтому мне эти новые микрорайоны безумно нравится, потому что вчера я был там в одном месте, не буду говорить, аж страшно. Вот эти полуалканавты, непонятно кто, ходят, и действительно, как бы, не такой Сочи ты ожидаешь. Это вот все у нас в старых, таких пораженнейших районах. Сегодня буду делать экскурсию, вы, наверное, на улице их заметите. А так, ребята, хорошая квартира, 39 квадратных метров, стоит 5 миллионов 900 тысяч, сюда уже включена доплата за газ, вот именно здесь будет у нас газовый котел, документы все будут у вас на руках. И вот, кстати, один из плюсов данного жилого комплекса немецкий квартал, это низкие коммунальные платежи, буквально там 2500 рублей у меня проходит такая квартира. Как я встретил свою соседку бывшую с Мелоди Лесом, она сейчас купила себе квартиру в жилом комплексе Министерские озера, я спросил, ну как, нравится? Она говорит, все нравится, кроме обслуживания. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, Мелоди Леса, я больше, чем 1700 никогда в жизни не платил, говорит, а в Министерских озерах я меньше, чем 12 тысяч никогда не заплатила. Разница, конечно, колоссальная, это небо и земля. Вот вам и разница проживания в ЖП, где все свое, и разница в квартирнике, где центральная вода, центральная горячая вода, центральное отопление, обслуживание за лифты и тому подобное. Поэтому, ребят, эта квартира, наверное, больше подойдет для тех, кто хочет сэкономить. Потому что можно, конечно же, много что рассуждать, но квартиру надо не только умудриться купить, но еще и содержать. Сами понимаете, если даже, например, взять пенсию там статистическую 13 тысяч рублей в месяц, хотел сказать 13 миллионов 13 тысяч, и, например, отдавать за квартиру 10 тысяч, это бред. А здесь 2 тысячи, все будет вместе выходить, и все. Поэтому подойдет и бабушкам, и дедушкам, ну и, конечно же, экономной молодежи, которые, в свою очередь, хотят сэкономить на продукте.
желание. Теперь, ребят, всем пока и уже точно спасибо за просмотр.